Сохранить уникальность и вдохнуть новую жизнь в республике запущен молодежный проект «Каспийский монстр». Его цель – возрождение советского экраноплана «Лунь» в Дербенте. Об этом сообщил депутат Госдумы Хизри Абакаров на встрече с молодежью Дербента. По его словам, отбор молодых людей в проект пройдет в несколько этапов. Первый уже стартовал. Сейчас всем желающим предлагают заполнить онлайн-анкету, которую оценит жюри. Платформа проекта станет местом для реализации смелых идей, получения новых знаний и навыков управления. По аналогии с проектом Ту-154 предполагается, что участники со всей России будут работать над приданием новой жизни знаменитому экраноплану «Лунь». Талантливых ребят зовем сюда, в Дербент. Они будут жить недалеко от Луни, это постоянно палатки. И они будут вместе с вами здесь ее восстанавливать. Поэтому, кто не подал заявки, можете подать свои заявки. Да, и у кого какие-то будут вопросы или что-то, тоже можете по ходу задавать.